В Нарьян-Маре на сегодняшний день содержанием многоквартирных домов занимаются 15 управляющих компаний и 2 товарищества собственников жилья. И как это обычно бывает, не все жильцы довольны качеством обслуживания своих домов. В нашем следующем сюжете мы расскажем о молодой управляющей компании, которая была создана год назад, но уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Содержание в чистоте подъездов, оказание качественных коммунальных услуг, благоустройство дворов и многое другое. Обязанностей у управляющей компании «Успех» предостаточно. Пользуемся услугами компании «Успех» с нового года, и нареканий нету. Как что случится, вызовешь. Вот, например, вот вызывали сантехника. Он буквально вот в течение часа пришел, сделал все. Никаких нареканий нет. Жильцов многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «Успех», устраивает не только выполняемая работа, но и отношения сотрудников. Я обратилась в управляющую компанию, вообще без проблем, все делают, все добросовестно, как бы я не вижу никаких проблем с ними. И не хотелось бы другую компанию поменять, только бы, чтобы они оставались. Важной составляющей любой управляющей компании является наличие квалифицированного и ответственного персонала, а также материально-техническая база. С этим у компании проблем нет. Наша компания достаточно молодая. Она образована в апреле 2019 года. Управлением многоквартирных домов мы занимаемся непосредственно с 1 июля 2019 года. То есть, уже практически календарный год. В управлении находится 28 домов, в основном в центральной части города, а также есть в Кармановке и так называемый район Старый аэропорт. На днях компания завершила подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону. В день подключения системы отопления нашей компании по КТС наши все дома были в этот же день запущены слесарями, сантехниками, оперативно сработано было. Также прошли все счетчики поверку, были получены паспорта готовности к отопительному сезону. Ну, то есть я достаточно свободно вступаю в следующий зимний сезон, уверена, что у нас все будет в порядке. В зимний период проблем с уборкой снега во дворах и на крышах домов у компании «Успех» нет. В ее штате трудятся 15 дворников, а технику для вывоза снега регулярно нанимают. Поэтому, например, этой весной во дворах, обслуживаемых «Успехом», практически не было луж. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север».